Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, когда же выйдет iOS 13.1 Beta 2 или же iOS 13 Beta 9. Ну что, как мы знаем, с вами вот недавно обновились на, ну некоторые из нас, на iOS 13.1 Beta 1. Все были, наверное, удивлены так же, как и я, потому что ожидали все-таки бета 9. Вот, ждали бету 9, но прилетело это. Какие здесь есть мысли и выводы? Я думаю, что это либо же они перепрыгнули сразу не на бету 9.10, а сразу же на 13.1 бета 1, так как некоторые баги исправлялись именно в этой линейке до этого. С 13.1 они исправили, перешли на какой-то другой уровень. И как бы что-то, короче, известно только им, как по мне. Поэтому я не знаю, какая из них выйдет, но выйдет еще одна последняя бета на этой неделе. Давайте же с вами посмотрим. Сегодня 2 сентября. Я думаю, это 3-4 число. Последняя бета будет, либо же это бета 2 будет, либо же это будет 9 бета. Но, как мы знаем, 10 сентября будет презентация в Стив Джобс театре. И как бы, опять же, релизная версия iOS 13 будет либо 10, либо до 12 числа. То есть 10, 11, 12, до перед стартом продаж новых iPhone. Вот, как правило, это так работает. То есть моя версия, еще одна бета-версия и все. И уже будет релизная. То есть следующая бета-версия выйдет уже с значением GM Golden Master, как мы знаем. Это уже есть релизная версия. Вот и все. Других вариантов здесь быть не может. Что я могу вам посоветовать, это делать резервные копии. Никогда не забывайте, перед беткой, неважно, релизная версия, делайте резервную копию на компьютере, в iCloud, через iTunes, на ваше усмотрение. Главное, ее сделайте, и тогда у вас все получится. Вот. И все. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. До следующего видео. Всем пока.